Всем привет! Сегодня у меня очередное видео. Будет оно посвящено снятию карты нормалей внутри программы 3D Studio Max. Будет оно интересно, в общем-то, и тем ребятам, которые только-только поняли, что такое карта нормалей, но есть еще куча вопросов. И будет оно интересно тем ребятам, которые уже умеют снимать карты нормалей, но умеют их снимать в других программах. Например, там, в X-Normal, либо в CorrectZBump. А связано это, ну и мне нравится экспортировать кучу раз объекты, и хочется уже как бы все делать в одной программе. Смотря видео, они думают, что внутри Макса это будет долго происходить, либо там связано с установкой кучу галочек. Вот, и ну, не то чтобы опасаются, но не хотят просто это делать. Вот. Ну что, давайте попробуем с самых простого, с самых азов, что это такое, как создаются эти карты нормалей. Попробуем все сначала на примере плейна сделать, потом будем переходить к более простым объектам. Вот. Давайте начнем с такого вот плейнчика. Значит, что у меня здесь есть? У меня здесь был обычный плейн, я его кучу раз продевайзил, потом при помощи кисточек из графита вот так вот помял, подавил, в общем, создал такой некий рельефчик, вот, и теперь я хочу этот рельефчик запечь на вот такой вот плейн. Плейн я сейчас тоже чуть-чуть поколбашу, так, чтобы он повторял как-то геометрию, был не полностью таким плоским, вот, чуть-чуть вот так вот тут вертексы потягаю вверх-вниз. Вот. На этом плейне уже есть разверточка. Она была, в общем-то, сделана из плейна, поэтому развертка по умолчанию. Поэтому ну, для того, чтобы убедиться, вот она уже здесь есть. Ну ладно. Итак, что нам для этого надо? У меня есть объект под названием Plane Low и Plane High. Название никак не влияет на качество съемки, просто оно нужно для того, чтобы соблюсти какой-то порядок. Начинается процесс запекания с того, что вы заходите в меню рендеринг и рендер ту текстуру выбираете, либо просто нажимаете клавишу 0, что однозначно запускает то же самое меню. И здесь открывается у вас такой свиточек, в котором все, что, ну, что у вас есть все, что касается процесса запекания. Когда вы кликаете на любой объект, здесь он появляется в списке. То есть в списке объектов, которые будут, ну, здесь, на которые будет происходить какое-либо вообще запекание. То есть запекать можно не только карты нормалии, но там карты Occlusion, Cavity и другие. Вот. Сейчас мы будем говорить только о нормалиях, поэтому тут будет касаться все нормалий. Вот он мой объект. Имя его Plane Low. Первое, что стоит сделать, это, ну, определиться с паддингом, который у вас будет. Если это, например, текстура размером 1К, я предпочитаю использовать паддинг где-то размером, ну, в районе, там, скажем, 4 пикселов. В принципе, о паддинге можете посмотреть видео у меня на канале. Там я рассказываю, какой лучше паддинг выбрать. Кому интересно, можете посмотреть. Далее, что мне нужно указать, это то, с чего я буду эти карты нормали снимать. Здесь у нас по умолчанию галочка Projection снята. Мы ее должны активировать. И здесь в качестве того, с чего мы будем проецировать, нужно будет выбрать наш объект. Нажимаем кнопочку Pick. И в появившемся меню у нас будет нужно выбрать тот объект, с которого будет происходить проецирование. Среди списка здесь показанных объектов, мне, конечно, много, но не скрытые. Не скрытые только объект High остался, поэтому я его выбираю, нажимаю Add. Как видите, мой low-poly объект, он принял вот такую вот форму. Сейчас я не расскажу, что это такое. Это получился такой как бы габаритный контейнер. На жаргоне он называется Cage. Cage приводит с английского клетка. Кроме того, у нас появился на объекте, на который я буду запекать эти высоты, с высокополигонального объекта, модификатор Projection. Собственно, он и создал вот этот вот Cage. Cage это такая вот, ну как бы сказать,
Это такой габаритный контейнер, который должен полностью покрыть весь ваш high poly mesh. И ну, открывает он для того, чтобы ну, запустить свой алгоритм проецирования. Не будем вдаваться в подробности, просто запомните, примите это к сведению. И запомните то, что ваш кейдж просто должен покрывать полностью ваш ну, high-poly объект. Для него я по умолчанию, ну, в зависимости от сложности объекта, он может быть таким ужасающего вида. Чуть позже я покажу, что он из себя может представлять. Поэтому я всегда захожу в опцию настройки кейджа, открываю этот свиток и двигая ползуночек percent в минус 100, я добиваюсь того, что мой кейдж он полностью совпадает с моим объектом. И потом уже ползуночком amount я поднимаю свой кейдж до нужного уровня, смотрю, чтобы ничего здесь не оставалось пересеченного. Если что-то ну, меня не устраивает, я могу вручную подвигать каждую вертексу. Для того я это делаю, чтобы ну, вручную посмотреть, нигде ли ничего у меня тут нет. То есть не глобально, а уже конкретно по каждым точкам посмотреть. Вот. На этом настройка как бы, кейджа она заканчивается. Вот. Если что, этот кейдж можно, ну, кто знает, экспортировать в другой пакет через экспорт. Экспорт нажимаете, выбираете имя, создается у вас такой же самый объект, только вот кейдж уже. И его, в общем-то, можно редактировать при помощи обычных средств Макса. Ну, просто здесь вот в Projection недостаточно так убогенькие, более-менее нормально. Можно двигать только вот вертекса. Что касается полигонов, здесь движение ну, такое не используется. То есть нету ни вращения, ни передвижения, ни масштабирования, ни недоступны. Вот. Далее. Как только мы настроили наш кейдж, мы переходим дальше в рендер текстуры. И здесь нужно указать канал, с которого будет происходить запекание. То есть по умолчанию у меня канал развертки, который был создан, это первый канал. И он здесь стоит у вас при старте Макса, насколько я помню, бывает третий. Нужно выбрать именно первый. Здесь output. В output нужно указать, что мы будем печь. Можно добавить через add ту карту, которую мы будем печь. То есть видите, здесь список всех карт. Нас интересует конкретно только вот эта вот карта. Normal map. Нажим, выбираем ее, добавляем add. Здесь у нас указано, что это такое, размер ее, ну и куда будет она печься. В принципе, нас из всего этого нужно выбрать только размер текстуры. Либо из заготовочек, либо вбить сюда вручную. И указать место, куда этот файл будет печься. Допустим, сюда. Неважно, какой формат. TGA, PNG, хоть JPEG. Какой вам будет удобно, такой и используйте. Я еще ставлю галочку Render to Files Only. Нужна она для того, чтобы не назначать на объект сразу материал, а просто записать файл, а потом уже этот файл как-то обрабатывать. Ну, то есть добавлять его в другой материал. Чтобы не смотреть, что у меня происходит ну, вот здесь, вот в этом хаосе, я всегда пытаюсь чуть-чуть в сторону сдвинуть свой, копию своего low-poly объекта. Вот. И на него уже буду накладывать материал и буду просматривать именно полученный результат конкретно на вот этом вот объекте. Итак, еще раз. Выбираем наш low-poly объект. У нас здесь сохранены по нему настройки, с чего печется. Настроен кейдж. Выбран размер текстуры. Указано, что это будем печь normal map. Размер и галочка render to files only. Все, что нам остается, это нажать клавишу render. Он спрашивает, что он говорит, что у меня уже такая карта создана, поэтому хотим ли мы перезаписать ее, либо же ну, не будем печь, просто можем нажать ОК. Чтобы каждый раз мы, когда пекли, программа не запрашивала вопрос, хотим бы мы ее перезаписать или не хотим, я ставлю галочку Don't show this message again, то есть не напоминать больше. И жму Overwrite files, то есть файлы будут автоматически перезаписаны. По-быстренькому у нас все запекло.
Красным цветом у нас показаны объекты, места на текстуре, которые как-то пересекаются. Ну, на них неправильно запечен кейдж, ну, неправильно запечена карта нормали. Вот это вот рендер, он как бы ни на что не показывает, ничто не показывает, он просто показывает, как у вас на вашей текстуре ложится геометрия. Итак, вот наш объект, на котором мы будем все просматривать. Давайте попробуем на него положить нашу текстуру. Открываем редактор материалов. Создаем, ну, в любом шарике. Заходим в Maps. Кликаем галочку на Bump. То есть у нас карта нормалей будет находиться в слоте нормалей. Указываем 100% влияние. Здесь мы указываем, что у нас будет использоваться Normal Bump текстура. И в качестве карты нормалей мы указываем Bitmap. Ну а в качестве того, что у нас какой битмэп используется, мы будем брать нашу картинку, которую только что запекли. Если я не ошибаюсь, то вот это вот она. Нажимаем ОК. Ассайним его на наш материал. Ничего не видно. Заходим в материал. Show Material Viewport. In Viewport Realistic Material with Maps. То есть показать наши объекты в редакторе, ну, в вьюпорте, используя реалистичный метод. И как видите, вот карта нормалей, она появилась здесь в вьюпорте. То есть, несмотря на то, что она такая вот плоскенькая, она имеет, ну, вот такой вот рельеф. То есть, издалека фактически мы получаем, что вот это вот одинаковые вещи. Если у вас карта нормалей была запечена где-то в другом редакторе, например, там в Maya либо в XNormal, то у них метод запекания чуть-чуть отличается. У них нужно для правильного отображения в карте нормалии внутри Макса нужно флипнуть зеленый канал. То есть, ну, за счет того, что как бы в Максе и в Maya чуть-чуть разные наименование осей за этой игрой, то и зеленый канал нужно инвертировать для того, чтобы майские нормали правильно отображались внутри Макса. Точно так же, кстати, нужно в Maya делать, либо нужно инвертировать зеленый канал внутри самого файла. Вот таким образом получается очень просто запекание карты нормали. В принципе, тут есть немного еще твиков, достаточно простых, для того, чтобы получить более-менее нормальную карту нормалей у новичка. Ну, во-первых, это то, что можно здесь использовать, это алгоритм сглаживания. То есть, если у вас моделька достаточно сложной геометрией, и текстура, она имеет такие диагональные швы, ну, то есть на развертке она там имеет острова какие-нибудь, там такие вот гнутые формы. Вот, то на этих местах получается у вас зубчатая такая вот текстура. И в местах стыка эта текстура, она выглядит, ну, с таким без алиасинга. Так вот, для того, чтобы повысить качество текстуры, во время запекания вы должны зайти в сетап. У вас откроется, давайте еще раз. Зайти в сетап, у вас откроется меню вашего рендера. Вы должны зайти в настройки рендера. Кстати, у меня по умолчанию стоит для запекания Default Scanline Render. Если вы используете его, то у вас будет все нормально. Если вы будете использовать какой-нибудь, например, NVIDIA Iray, этот рендер, он не предназначен для запекания карт нормалей, вообще для запекания. И вам нужно будет сменить его на другой. То есть, насколько я помню, он у вас будет ругаться, если у вас будет в качестве запекания установлен либо Corona, либо Array. Здесь что я делаю в настройках? Я меняю фильтр Aria на тот, который вам нравится. Например, на Catmull, Blackman. Ну, неважно, там Blackman, Catmull. Я, честно говоря, в них не сильно разбираюсь. Там есть какие-то нюансы. Но любой из них, наверное, можно будет поставить. Он будет действовать лучше, чем тот же самый Aria. Но опять же таки, тут уж на ваш вкус, сами на свой вкус полагайтесь. И в качестве, нужно будет еще включить вторую галочку Enable Global Super Sampling. Включайте эту галочку
И вместо Max 2.5 Star я обычно ставлю Adaptive Halftone. По умолчанию стоит первая циферка 0.5, но я ставлю 0.8. И при этом получается более-менее такой хороший результат, связанный с выравниванием алиасинга на диагональных участках шагов развертки. Все. В принципе, больше я ничего не делаю для карт нормалей. Закрываю это меню. И дальше, поскольку здесь уже все настроено, я нажимаю Render. Время запекания будет чуть-чуть дольше, поскольку начинают работать фильтры. Но результат, в принципе, должен быть чуть-чуть получше. Закончила печься. В принципе, сейчас никакой разницы вы не ощутите, потому что, ну, тут плоская карта и никаких ребер нету дополнительных, которые перегибают что-то здесь. В общем-то, на этом новички, которые получили достаточно информации, могут уже, в общем-то, закончить видео смотреть. Если кому-то интересно дальше, то добро пожаловать во второе видео, где мы попробуем запечь более сложные объекты, карты нормальные на более сложных объектах. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересных видео. До встречи.